Вот она, бежит. Звезда, привет. Привет, привет, как ты? Нормально, ты как? Нормально, офигенно. Че, не уехали никуда? Нет, еще пока, что там звонка нету, ждем еще вот это, звонка нету. У тебя есть сигареты, а, Сань? Сигареты есть. У меня сигарет нету вообще, на нуле. Ни денег нет, ни сигарет нету, ничего нет. На, пачка. А, вообще нету. Как ты сам? Нормально, вон, документы установлены. Что ты там отправил там этих? Да, да, этих отправил. Слушай, Саня, между нами только, я, наверное, сегодня вечером приду сюда, одна. Ага, ага. Отправь меня куда-нибудь, я, мне кажется... Сейчас я позвоню Сереге. Да, вечером я не, буду. Не бухай сильно, чтобы ты на нет, я пью вот в адеквате была, да. Да, да, да. Я вечером здесь буду, короче. Ну. Бегу с Любой. Люба там останется, я как-нибудь сорвусь, я не знаю, где встретимся с другого. Чтобы он меня не понял. Ну, у тебя телефон с собой или у нет, него? У него телефон, да. Отдала я ему, да, как пиздец. Я понял. Ну, я вот буду, где-то с часа 7 буду вечером тут. Хорошо. Я скажу, стрелять пойду деньги, якобы, и. Хорошо. Где встретимся, я не знаю. Ну, найду я тебя. Ну, короче, или в 6 буду, или вот там, но крутиться буду вот тут около остановок, может, крутиться буду. Угу. Хорошо? Не в 7, попозже приходи, да. В 9. 9, давай. Угу. Крутиться буду там, Жаня, я к тебе, между нами, ладно? Давай, давай. Все. А ты снимал сегодня? Не. На ловца и зверь бежит. Добрый день, мои дорогие зрители. Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня шикарнейшая погода в Москве. Прохладновато, но солнышко. Солнышко весеннее. Обалденно. Заходите, смотрите ролик у Павла Васильевича сегодня. Выйдет. А я занимаюсь, иду, сходил в МФЦ. Подал заявки на восстановление документов. ННС, НИЛС, все вот эти мелкие, после 13 лет жизни на улице нет ни одного документа, кроме паспорта. Надо восстанавливать свои права в социуме. Сейчас иду, короче, в этот, в больницу пройти техосмотр, медосмотр. Вот такие движухи делаю, чтобы знать, что у меня все чистенько, что я здоровый человек. Всего, всего хорошего. Вот встретил нашего актера, так скажем. Как его зовут, забываю. Элла. Или не Элла. Ну, короче, вы все узнаете. Газуем дальше в больницу. Ну вот такая у нас Москва сегодня. Солнышко, погодка прям шикарнейшая. Вот, увидел сейчас ребят. Я не знаю, это какая-то неправительственная или правительственная организация, казачество. Вроде бы как они представляются по Москве. Ну, смотрят наш канал. Рады очень за нас, то, что мы вытаскиваем. Нету никого на Савеловской, представляете? Космос, я не знаю. Надо позвонить в эту в больницу во вторую. Может быть, его забрали туда. 3 дня – это уже слишком. Вот. Ну, а я пришел вот сюда. Гемотест. И тут стоматология заодно есть. Сейчас мы все узнаем. Сдадим анализы. И по поводу стоматолога тоже поинтересуемся. Такие вот движения. Сходил в МФЦ. Сделал СНИЛС. Ну, мне сегодня там до 3 часов он может делаться. Ждать некогда, уже звонит руководитель с работы, где я пропал. Но я объяснил то, что вот пришел. Анализ мне нужен такой. Все, работаем. Так, ребята, сдал я кровь. Вот такая вот сумма. На что тут у нас? СПИД, сифилис, гепатит Б, С. Ну вот, результаты будут завтра. Потом полис получу. Завтра СНИЛС. Наверное, уже теперь на следующей неделе полис. И схожу полностью, медосмотр пройду.
Вот так меня подписчики, кстати, меня к этому сподвигнули. Саня, давай займись своим здоровьем. Ну, заодно в поликлинику пойду по зубам. Здесь очень дорого, если тут, блин, 4 анализа стоят 2,190, то, наверное, один зуб будет десятку стоить. А мне как минимум 6 надо вставлять. 6 плюс мост коронки. Это или 8, или 10 зубов. Поэтому здесь я не вывезу базара. Все, всем успехов. Сейчас, значит, видосик еще будет далее про нашего Губу и Валеру белоруса. Чем они там занимаются, как они отходят. Еще раз повторюсь, на Савеловской никого, слава богу. Ну, может быть, сейчас еще пробегу, кого-нибудь увижу. Здоровья всем. Вот такого неба безоблачного голубого. И весеннего настроения, как у меня. Передаю вам капельку своей энергии. Подписывайтесь на канал, лайкосики, комментарии ждем от вас. Ну и наша любимая заставочка. Савеловский вокзал. Сейчас еще пробегусь. Сегодня мне придется остаться в ночь на работе, потому что время уже 2 часа. Я еще не на работе. Начальница обзвонилась. Наверстывать надо. Но эти процедуры необходимо сделать было. Ну, еще сейчас пробегусь. Может быть, кого-то найду из наших, поинтересуюсь ихним здоровьем. Ну и так далее. Так, ну пробежался на всех выходах. И вот наш знаменитый 6-й выход. Это вот лифтовая. Никого, ребят, нету. Никого нету. Это радует. Радует в плане того, что движение наше дало результаты. На Савеловской нет ни одного бомжа. Вот. Теперь мы будем снимать ихнюю жизнь дальше. Как они продвигаются дальше, что будут делать дальше. Получаем паспорта, устраиваемся на работу и так далее. Вечером после работы, если не останусь в ночь, выйду на Новослободке, посмотрю, как там Ксюха волк. Волка надо еще пнуть, чтобы он пошел на работу. Есть работа, 2000 в день платят, демонтаж. Носи, вози и жрать проси, как говорится. Ничего сложного. Просто желание, надо включить желание у человека. Здорово, здорово, я очень рад. Спасибо, и вы порадуйтесь тоже за наш канал, за наше движение. Подпишитесь обязательно. Батя, вот, блин, я как запись не нажал, ребят. Наоборот, все сделал. Достает баночки из помойки. Хлещет то, что осталось в банках. Подойду ему, сотку дам. Пропьет. Хусик пусть пропьет. Ебать, чего. Батя, что ты там нашел, здорово? На тебе сотку. Купи себе чекушку нормально. Не лазь там по помойкам. Ты откуда здесь взялся? Стал дома? А? Откуда приехал? Откуда ты взялся здесь? Я тебя раньше здесь никогда не видел. Пьяный ты, короче, да? Я понял, ладно. Иди купи себе нормально что-нибудь. Или пожрать купи себе. Не лази там по помойкам. Блять, пиздец нахуй. Они между собой цирки вместе выбирают кто-то. Для чего? А на свадьбу нет, пригласят сказать. Естественно.
Это, понимаешь, это ну, смешно, ёлка-палка. Да. Надо молодой бабки приезжает, молодой девчонок приезжает. Он ее увидел, там симпатючка такая, конечно, приходила. И он на молодые ребята. Так, Елена, ну вот такой вот видос. То есть все вот эти извилины. Мягкая, да? Вот я поправил. Вот оно идеально ровно. Шовчик. Вот эти два места. Не так они и бросаются в глаза. Все ровненько. Это на расстоянии царк. Если кровать будет собрана, вот я стою примерно возле передней царги. Понимаете, да, что у человека она подойдет, у нее возможность только отсюда смотреть на кровать. Или же сбоку, отсюда вот. Или с другого боку. Вот отсюда. Я думаю, нормально. Принимайте решение, просто я слышал, что ткань сложно закупить. Если переделывать, то нужна ткань